В районе Камской водитель миниатюрного джипа не справился с управлением и положил машину на крышу. Автомобилисты и два его пассажира ретировались с места происшествия еще до приезда полиции. Водитель Daihatsu Terios двигался по улице Камской в сторону проспекта Столетия Владивостока. На записи регистратора, установленного в салоне машины, видно, что скорость иномарки была небольшой. Однако это не уберегло ее водителя от ДТП. На записи регистратора видно, как автомобилист ловит бровку, и через пару секунд Terios заваливается на крышу. В машине находилось 3 человека, возможно, ну, в алкогольном опьянении, возможно, как бы. Вот. При виде сотрудников полиции они скрылись с места происшествия. Пострадали люди? Да, пострадали, потому что на асфальте много крови. Возможно, что, да, кто-то из них серьезно пострадал. Позже молодые люди обратились в травмпункт с порезами и ушибами. У стражи порядка есть основания полагать, что водитель мини-джипа находился в состоянии алкогольного опьянения. По всей видимости, следующие 1.5 года рулевой Terios будет ходить пешком, поскольку лишится водительских прав.